Всем огромный привет! Сегодня хочу показать вам корейскую косметику, которая мне прислана на обзор от Style Korean. И я хочу от всей души поблагодарить Style Korean за доверие и за то, что они далее сотрудничают со мной. Я уже сбилась со счета, какой раз мне Style Korean отправляет посылку. В принципе, не так много сбилась со счета, как будто мне уже 100 раз отправляли. Но уже раза 3, мне кажется, я вам показывала распаковки с этого сайта. И я была удивлена, что они далее хотят со мной сотрудничать. Это большая честь, можно сказать, потому что это популярный, известный сайт, о котором все уже наслышаны, кто пользуется корейской косметикой, это однозначно. И то, что они обратили на меня внимание, у кого подписчиков там 1500 всего лишь, да, мне очень-очень-очень-очень приятно, конечно же. Спасибо, спасибо, Style Korean, еще раз огромное за то, что действительно, ну, не знаю даже, что сказать. Коротко, огромное спасибо за очередную посылку и отдельная благодарность менеджеру, которая со мной ведет общение. Все, давайте приступим к продукции. И давайте, наверное, начну с одиночек. Почему я говорю одиночки? Потому что с каждой марки по одному средству мне прислали. И первый из них — это был крем за уходом кожи вокруг глаз от марки Heimish. Помните, я одну баночку уже использовала. И также я, конечно же, познакомилась с этим продуктом благодаря Style Korean. Если честно, я не помню, понравился мне этот крем или нет. Я вам в пустых баночках, в каких-то пустых баночках вам рассказывала. Но я думаю, что мне этот крем понравился, но я от него не увидела никакого антивозрастного эффекта или какого-то, ну, какого-то эффекта, чтобы покупать. Но я думаю, что он мне понравился именно из-за того, что он хорошо питает зону под глазами. Это именно питательный, не увлажняющий, а питательный крем под глазами, который, я думаю, оставлю на зиму, потому что он достаточно плотный по текстуре, все запечатано, поэтому на данный момент открывать не буду. Также здесь в наборе идет вот такой вот массажер, которым в прошлый раз я тоже, наверное, воспользовалась пару раз, и не знаю, не очень поняла этот эффект. Конечно, если в холодильнике держать, то вы получаете эффект именно такое охлаждение. Возможно, нужно почаще пользоваться такими массажерами. Действительно, вот этот холодок есть. Но, понимаете, я человек работающий, да, и после того, как прихожу с работы, у меня нет времени вот на такие вот малюсенькие массажеры, чтобы еще стоять и массировать. Это я делаю, могла бы делать, можно сказать, не делаю, потому что я раза два, говорю же, воспользовалась в прошлый раз, когда у меня этот крем под глазами был. Могла бы делать в выходные, когда я такой вот тщательный уход по лицу делаю, да, каждые выходные. Такой глубокий уход, можно сказать, вот. Ну и следующее средство вообще не было в списке, то, что мне присылал Style Korean. И я была удивлена, что именно это средство, потому что, смотрите, Moisture Serum. Серум, увлажняющий серум, которым я вам расхваливала в пустых баночках. Это серум белого цвета от марки Пьюнькангюль, забыла сказать. И насколько же я обрадовалась этому продукту, потому что он мне действительно понравился. И такое ощущение, как будто Style Korean смотрели мое видео о пустых баночках и увидели, что это средство мне очень понравилось, и решили мне положить, как будто знали они это, не знаю. Без понятия, потому что, говорю же, этого продукта в списке не было, то, что они мне прислали, да. Короче, я очень-очень рада этому серуму. Он действительно классный, мгновенно увлажняет кожу, быстро впитывается, не оставляет легкой липкой пленки. Короче, безумно-безумно понравился этот серум. Наверное, из всей линейки Пьюнькангюль, то, что я пробовала, это одно из лучших продуктов. Серум, увлажняющий серум. Вот он называется Moisture Serum. Здесь его много, 100 мл хватает очень-очень надолго. И я оставлю его на следующий год для лета, потому что летом просто отлично будет. И следующая продукция будет от марки Axis или Axis Y. Я точно не знаю, как правильно выговаривается. Мне прислали полную линейку, то есть здесь будет 5 средств. И это достаточно молодая компания. То, что мне понравилось, они не тестируют свою продукцию на животных. Она веганская, с чистым составом. И в их продуктах вы никогда не увидите вредные ингредиенты, которые
я вам сейчас полный список здесь сбоку на экране покажу. Давайте уже перейдем к самим продуктам и начнем, я думаю, с очищения. И первое — это очищающий гель на основе киноа. То есть основной компонент здесь идет киноа. Вот таким вот образом, кстати, выглядит упаковка. Очень мне нравится. Ну, такое вот чистое что-то, да, напоминает. И сам гель очищающий. Вот, упаковочка с помпочкой. Я уже пользовалась 2 раза с этим гелем. Очищала макияж. Почему я это делала? Сейчас я вам все расскажу. Вообще, этот гель для умывания, он pH сбалансированный. Вы знаете, я очень слабо отношусь к pH балансированным гелям для умывания, точнее, слабость у меня, не слабо отношусь, а именно слабость у меня. Как вижу, pH сбалансированный, значит, это мне должно подходить, потому что не будет слишком пересушивать кожу лица. Но что здесь производитель решил сделать с этого геля? Он решил совместить и уровень pH, и при этом создать 2-в-1 гель, то есть производитель говорит, что этот гель должен очищать полностью макияж. При этом вы не должны использовать первый этап, как гидрофильное масло или шербет, вот этот вот бальзам для очищения лица, да. Я решила попробовать, 2 раза воспользовалась, и что хочу сказать. В качестве 2-в-1 продукта это средство никак не работает, он слабо справляется с тушью. А у меня макияжи были не настолько яркие в последние дни, и поэтому этот гель вообще не справлялся. Ну, конкретно здесь, наверное, тушь все-таки играет свою роль. С тенями, естественно, он справляется, но с тушью нет. У меня сразу же глаза панды здесь становились. И мне приходилось 2 раза использовать этот гель. То есть 1 раз умылась, я увидела, что у меня здесь все черное. Снова нанесла и снова начала очищать. Также у него расход достаточно большой. Я много наносила, такую, знаете, не горошинку, как обычно, да, бывает с гелями от корейских марок. А тут, наверное, у меня 5 горошинок было минимум. И при этом гель плохо вспенивается. Надеюсь, я его правильно использовала. Сначала намочила лицо, да, а потом на руку налила этот гель, немножко добавила водички, смешала. Ну, какой-то огромной пены не увидела, и было ощущение, как будто я гелем развожу по лицу, а не пеной. Вот, такие ощущения были от этого геля для умывания. Поэтому как двухфазный этап, все в одном, это мне не подходит. Мне обязательно нужно использовать гидрофильное масло или, как уже говорила, бальзам для очищения. Но мне понравилось, что кожа абсолютно не стянутая, очень мягкая, ну, не могу сказать, что она увлажненная, но при этом она не ощущала себя стянутой и сухой. Это плюс огромнейший, поэтому этот гель я с удовольствием буду использовать утром, с удовольствием буду использовать после первого этапа очищения, но никак он с макияжем не справляется, лично для меня. Наверное, если у кого-то, ну, азиатки же не делают такие яркие макияжи, да, возможно, для азиатской кожи это средство подойдет как вот двухфазное очищение, не двухфазное, а именно 2 этапа, совмещенные в одном геле, да, но это не мой вариант, к сожалению. И последние 4 продукта от этой марки я, к сожалению, не тестировала. Почему я решила открыть именно этот гель Lumani? Потому что мне стало интересно, что же это такое за средство, которое содержит в себе и гидрофильное масло, да, и первый и второй этап очищения, короче, вот. Поэтому я его и открыла, и воспользовалась. А остальные нет, потому что, я вам уже не раз говорила, у меня одно лицо, и тестировать все подряд я не могу. Открыть все там баночки, тестировать. У меня просто лицо не поймет, что из них что сделало. Я не знаю, как другие блогеры умудряются. Ну, есть такие блогеры, которые куча продуктов на обзор получают, да, и успевают и тем, и тем, и тем за месяц там воспользоваться и рассказать. У меня, я не знаю, я так не могу. Я все по очереди. Возможно, это и неправильно со стороны блогера, да, потому что нужно что-то рассказать. Короче, не знаю, без понятия, как это делать, или там каждый месяц что-то другое открывать, да, месяц одним воспользоваться, месяц другим, это я уже вообще к видео не относится, мои мысли. И следующее — это будет тонер, который содержит в себе 0,5% салициловой кислоты, а как у нас кислоты работают, они мягко отшелушивают наши клетки кожи, омертвевшие именно клетки кожи.
вот такой вот, в принципе, показываю обычные бутыльки. У них все стандартные, видите, зеленые упаковки. Это не водичка зеленого цвета, а именно упаковка такого оттенка. Здесь я беру стандартные 200 мл, в принципе, 150-200 мл тонера у корейской марки. У меня, в принципе, уже не раз были тонеры с какой-то кислотой. Хорошо, они ухаживают, конечно же, за кожей, но я не стараюсь такие продукты использовать на каждодневной основе, потому что у меня просто в голове, возможно, это не так, я не права, потому что здесь процент содержания не такой большой, да, возможно, я не права, и у меня ощущение, как будто у меня кожа истончится со временем, если я так вот часто буду использовать кислоты. Вот у меня такое ощущение, поэтому я там пару раз в неделю добавляю в свой уход тонер с содержанием кислоты. Следующее — это ампула с артишоком. То есть основной компонент — это артишок, который содержит в себе кучу просто аминокислот. И вообще эта ампула называется Skin Barrier Ampoule. Почему его так назвали? Потому что эта ампула как раз-таки защищает вашу кожу от окружающей среды, внешнего воздействия. То есть не позволяет агрессивным выхлопным газом, там, ну, токсинам различным проникать в вашу кожу, которые, естественно, проникая в кожу, да, уничтожают клетки наши. Вот. Поэтому эта ампула как раз-таки предназначена для этого, и прям очень хочется попробовать ее. Здесь, кстати, стекло, не пластик. Вот. Объем, наверное, 30 мл. Да, объем 30 мл. Следующее — это будет корректирующая сыворотка, в составе которого, ну, основной ингредиент идет ниацинамид. Как и тут написано, в принципе, Dark Spot Correcting Glow Serum — это сыворотка, которая улучшает темные пятна на вашем лице, то есть борется с этими темными пятнами и, конечно же, выравнивает тон кожи, то, что, в принципе, необходимо с возрастом. Чем старше мы становимся, тем ровный тон лица нам необходим. И вообще очень-очень много хвалебных отзывов слышала про именно конкретно этот серум. И мне кажется, он больше подойдет для проблемной кожи, у кого после акне пятна, да, остаются. Вот, я думаю, с этим будет справляться. Но я надеюсь, что этот продукт еще и будет справляться с пигментными пятнами. Вот. Ну и последнее — это гелевая маска, которая осветляет и успокаивает кожу. Здесь содержится 2% ниацинамида и куча различных экстрактов и масел. Короче, вот таким вот образом выглядит. Я, кстати, эту маску не открывала пока еще, но текстуру видела. Давайте откроем, посмотрим. Мне самой вот интересно. Текстуру видела, говорю, видела на картинке, как выглядит. Ух ты! Вау! Такой свежий аромат. Вот. Мне кажется, так красиво будет смотреться на лице, когда буду наносить, как желе. Смотрите. Ой. Сейчас пылью все. Свежий травяной аромат. Вот. Кстати, по поводу геля, мне кажется, я никакого запаха не ощутила. Не знаю, что-то как-то не обратила внимания на это. Мне кажется, запаха не было. Так, немножко. Маску у меня вылили. Интересный. Мне кажется, эта маска очень хорошо будет увлажнять кожу. Вот. Объем что-то какой-то большой, мне кажется. Сколько здесь? 100 мл. В принципе, стандартно. Почему-то кажется, что больше, чем другие мои маски. Тяжелая такая. Вот. Это все продукты от марки Axis. Axis Y. И теперь перейдем мы к уходу за волосами. Представляете, я впервые буду тестировать продукцию корейской именно марки по уходу за волосами. Настолько была рада, когда увидела список, то, что мне прислали. И я, конечно же, сказала, да-да, я хочу. Кстати, здесь будет две марки по уходу за волосами. И хотелось бы начать, наверное, с марки, которая называется Nine Less. Два продукта мне прислали на обзор. Вообще, Nine Less — это считается салонный уход в вашем доме. Точно, конечно, не знаю, но я уже воспользовалась эссенцией. Давайте мы с нее, в принципе, и начнем. Эссенции для волос нужно наносить или на влажные, точнее, наносить на влажные кончики после того, как вы помыли голову, да, и потом, когда высохнет, можете еще раз нанести. Что мне понравилось, то, что
Эта эссенция не утяжеляет кончики волос, как это бывает от других масел для волос, да? Вы наносите, и у вас сразу же вот все здесь жирное становится. Нет, такого нет. Я уже пару раз воспользовалась этой эссенцией. Мне безумно понравился аромат. Я, кстати, вот сейчас тоже могу нанести его, почему бы и нет. Такой... На что-то мне напоминает, и вот таким вот образом наношу, и сразу же кончики такие мягенькие становятся, и волосы легко расчесываются с этой эссенцией. Вот. Так, на другую сторону. Вот столечко я беру для каждой стороны. Сама нежность. Но единственное, аромат не задерживается. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это отлично, потому что, возможно, у кого-то парфюм и не хочет перебивать. А с другой стороны, мне бы хотелось, чтобы у меня вот так вот волосы пахли. Вот. Нужно бы еще раз чесать. Вначале, когда наносите, ощущение, как будто у вас концы будут жирными. Но потом этот эффект проходит, когда... То ли эссенция впитывается, то ли что. Вот. Все. Потрясающий аромат. Это эссенция на основе комплекса различных масел, конечно же. В принципе, такие продукты всегда используют в составе масла. Да? Я выписала, какие именно. Масло органы, жожоба, пеника лугового, камелии и миндальное масло. И также, что мне понравилось... Здесь есть керамиды. Про керамиды я вам не раз говорила, когда я слово керамиды говорю. Это строительный ингредиент для нашей кожи клетки. Я никогда не думала, что керамиды еще и для волос как-то работают. Теперь буду знать, что керамиды и для волос, в принципе, наверное, хороши. Конечно, это не могу сейчас утверждать, потому что нужно эссенцией пользоваться и регулярно, да, после каждого мытья я буду стараться наносить эту эссенцию. Надеюсь, не буду забывать, потому что у меня есть такой момент, что я вот такими вот продуктами забываю пользоваться. И следующее от этой марки будет шампунь-скраб. Когда я увидела это средство, я очень обрадовалась, потому что у меня давно было в мыслях попробовать скраб в домашних условиях, как это делают, с солью, там, смешанное с маслами. Или, мне кажется, я уже пробовала, точно не помню. Но это все-таки, мне кажется, не то. И я обрадовалась, что есть вот такой вот продукт, скраб-шампунь. Я так понимаю, что этот скраб вы сначала массируете кожу головы с этим скрабом, и он потихонечку вспенивается и становится шампунем. Очень интересное средство. С удовольствием буду пользоваться и с нетерпением жду, когда воспользуюсь. Пока еще не пробовала. Сколько здесь объем? 150 мл, в принципе, мне кажется, хороший объем. И в составе основной ингредиент... В этом скрабе шампуня это перлиты. Тут даже написано made of perlite. Перлиты это жемчужные минералы, которые обладают великолепными абсорбирующими действиями. Вот, поэтому говорю же, безумно интересно воспользоваться таким шампунем. И однозначно я думаю, что не буду дожидаться окончания там этого средства и пораньше где-нибудь во влоговых видео вам поделюсь своими такими впечатлениями, что же я думаю по поводу этих продуктов. Да, значит, от марки Nineless я получила два средства, эссенцию и скраб шампунь. Ой, все полетело. Следующие продукты будут от марки NARD, Himalaya Herbal. И вы только посмотрите на эти минималистичные упаковки. Настолько это привлекательно. И вы знаете, эта картонка не тонкая, она очень плотная. Я не знаю, вот эта вот деталь, в принципе, не настолько важная, но для меня почему-то важно, кажется, что вот в такой вот плотной, защищенные упаковки сделали продукцию. Давайте мы, наверное, начнем с тоника. Этот продукт я уже использую. Пока, конечно, ничего не могу сказать, потому что всего пару дней наносила на волосы и в течение дня, потому что это тоник от выпадения волос называется. Можно наносить в
течение дня, если вы чувствуете сухость на вашей голове. Я, в принципе, сухость не чувствую, но я наношу именно вот в эти части, где у меня очень хорошее такое выпадение волос. Сейчас, конечно, у меня волосы там обильно растут, потому что я и маски делаю. Теперь надеюсь, что с этим тонером у меня вообще огромная шевелюра станет на голове. Конечно, я в это не верю, но, естественно, по использованию вас буду держать в курсе дела. Что мне здесь понравилось? Здесь состав тоника, конечно, просто 6 растительных экстрактов, 22 вида аминокислот, 5 видов гиалуроновой кислоты, пантенол, алантаин, масло органы, камелии, черных бобов. Представляете? Ну и здесь еще есть ментол, который успокаивает и освежает, естественно, кожу. Да? Единственное, что могу сказать, это настолько насыщенный аромат. Вот я, кстати, сейчас тоже буду наносить перед вами. Я думала, знаете, при нанесении у меня будет ощущение, что кожа головы будет, ну, жирной какой-то оставаться, и у меня волосы быстро будут пачкаться. Но нет, девочки, все хорошо. Все хорошо. Я, кстати, волосы мыла в пятницу, сегодня в воскресенье. И получается, я и вчера использовала этот тонер, и позавчера использовала, и ничего, никакой жирности у меня у кожи волос свежая. Вот так вот. Так, тут немножко нанесу. Такой свежий прям ментоловый запах. Вот, все. Я, конечно, в нормальных случаях наношу и сзади, да, и везде наношу, но просто сейчас на камеру не стала этого делать. Короче, обалденный состав этого тонера. Прям вдохновляет для того, чтобы использовать часто этот тонер. Короче, посмотрим на результаты. И следующий продукт, это называется Night Hair Plus Water Treatment. Я еще не пользовалась этим средством. Тут есть специальный дозатор, потому что этот продукт нужно использовать, когда вы моете голову. После того, как увлажнили кожу головы, наносите это средство, массируете в течение 10-20 секунд и смываете. И потом, я думаю, используете уже шампунь. Я не думаю, что после шампуня это нужно делать. А что успевает, конечно, за 10-20 секунд сделать это средство, без понятия. Нужно пробовать, тестировать. И здесь также куча вот того, что я вам перечислила в тонере. Они, в принципе, одна марка, видимо, вот используют одинаковые ингредиенты. Просто по содержанию того или иного, там, допустим, гиалуроновой кислоты, сколько там было гиалуроновой кислоты, 5 видов гиалуроновой кислоты в тонере было. Здесь, возможно, не 5, а меньше или больше. Вот это вот сочетание я имею в виду, поэтому не буду сейчас перечислять снова. Но мажор ингредиенты написано, вот все ингредиенты основные, которые здесь представлены. Здесь камера у меня фокусируется. Вот. Куча экстрактов. Просто коллаген гидролизированный, вижу кератин в составе. Ну, кератин это вообще же самое-самое необходимое для наших волос. Кератин, пантенол, и это все есть в этих средствах. Поэтому буду пользоваться с удовольствием. Теперь включу и вот этот вот продукт. Когда буду идти в шампунь, когда буду идти в душ. А это средство я уже обильно использую. Также мне интересно, конечно, скрабом воспользоваться. А вот Nineless, что не дождусь. Так, осталось вам показать последнее средство. Это тоже марка Nard. А где у меня? А, вот еще. Марка Nard. Вот такая вот дорожная версия продукции. Здесь уже есть и шампунь, и кондиционер. Так, они, наверное, это шампунь. Да, вот шампунь и кондиционер. Пока еще не использовала. Но в ближайшем будущем давайте я посмотрю, что за аромат. Мне интересно, какой аромат будет. Такой прям действительно салонный какой-то. Приятный, интересный, богатый аромат. Да, шампунь и кондиционер по 100 мл. Не 50 даже, а 100. Да, 100. Далее здесь есть гель.
для тела, гель для душа, точнее, и лосьон для душа. Они оба идет у нас с лавандой и мускусом в составе. Значит, по объему 100 миллилитров я уже лосьон наносила, девочки. Слишком перепарфюмированный, пахнет полевыми цветами для меня. Не лаванда, а именно такими комплексом различных полевых цветов. И это очень насыщенно. Этот аромат настолько надолго остается. И у меня в один момент было ощущение, что у меня глаза слезятся от этого запаха. Так что мне лосьон не подошел, к сожалению. Именно по аромату, я думаю, здесь все-таки сыграла роль. И я думаю, что гель для душа тоже будет таким же. Да, но он менее так, менее насыщенно пахнет, чем лосьон. Посмотрим, может, гель для душа мне больше понравится. Гелем для душа я еще не пользовалась. Как раз у меня гель для душа скоро заканчивается от Нивея. Можно будет им воспользоваться уже в следующем мытье. Так что я не уверена, что по аромату эти продукты мне подходят. По увлажнению... По увлажнению я вчера наносила, кстати, этот лосьон. Неплохо, мне кажется, до сих пор у меня кожа, тело такая приятная на ощупь. Посмотрим, нужно подольше воспользоваться, потом только смогу рассказать. И последнее, что входит в этот набор, это очищение для лица. Я даже была удивлена, когда увидела, что есть очищающий продукт для лица, потому что я думала, что эта марка концентрируется именно по уходу за волосами. Ну вот, такая штука, 40 миллилитров, в принципе, 40 миллилитров хватит надолго. И успеете понять, понравится мне этот вообще очищающий продукт или нет. Интересно даже. Да, еще не использовала. Запечатано все. Да. И это вся продукция, которая была прислана мне на обзор от Style Korean. Снова хочу поблагодарить от всей души, что они издали со мной сотрудничество. Спасибо вам огромное. И обязательно, девочки, внизу все ссылочки оставлю. Я постараюсь и видео здесь вам показывать по ценам, по странам, как обычно, и также ссылки оставить по каждым странам по отдельности. Мне еще говорили, чтобы я еще на евро, в евро писала, поэтому на этот раз я еще и в евро постараюсь писать, потому что меня многие еще смотрят и из Германии, девочки. Поэтому в прошлый раз пожаловались, ну, в плане не пожаловались, а просто сказали, было бы хорошо, если я еще и в евро буду подписывать цены. Обязательно я это сделаю. И да, кстати, ссылки не по ссылкам, если вы пройдете, я ничего, девочки, не получаю. Я получаю только продукцию на обзор. То, что вы перейдете по ссылке, это для меня вообще ничего не значит. Переходите по ссылке, переходите по другим ссылкам, мне не важно. Хотите, вбивайте Style Korean с руки. Мне от этого ни холодно, ни горячо, как говорится. Так что я ничего не получаю. Когда я что-то получаю, я всегда вам об этом говорю. Так что да, тоже это хотела учесть в этом видео. И думаю, все, на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Конечно, у меня получается так, что я беру на обзор, да, от марки Style Korean продукции, но я не могу вам сразу же делать обзор полный, то есть рассказать о всех продуктах, то, что я воспользовалась. Я этого не могу делать, к сожалению, я только могу немножко по ингредиентам пройтись, что это за компания, да, показать вам продукцию. А вот так вот полный обзор о каждом из них, какое действие дает, к сожалению, не могу. У меня тогда, не знаю, каждый там полгода нужно ждать, чтобы я этот обзор сделала. Это возможно было бы только в том случае, если бы я в месяц каждую марку тестировала, там раз в месяц одну марку, в другой месяц другую открыла. Но я так не хочу, потому что я не хочу, чтобы у меня продукция испортилась, так как я знаю, что открою и этих средств мне хватает некоторых даже минимум на полгода, ну минимум на полгода там серумы, лосьоны по 100 миллилитров. Вот так вот с головой хватает. Так что поэтому вот такие обзоры, надеюсь, вам не так скучно с ними. Понимаю, что лучше бы было, когда уже говоришь свое личное мнение, что я думаю про них, но вы об этом всем слышите всегда в моих пустых баночках, поэтому не пропускайте пустые баночки, так как у меня в почти в каждых пустых баночках что-то из корейской косметики заканчивается. Все, девочки, на этом буду заканчивать. Видео, мне кажется, очень длинное получится, не знаю. Мне почему-то тяжело снималось сегодня, не расположено, что ли, но тем не менее хотелось уже сделать обзор. Все,
Перестаю болтать. Прощаюсь с вами. Спасибо всем за просмотр. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.